доброй ночи, добрый вечер, кто прибыл. Вы попали на мероприятие, которое называется «Главпост Джем». Сегодня мы здесь, в клубе Алексея Козлова, в городе Москва. Всем добрый вечер, друзья, еще раз. Итак, мы начали с инструментальной композиции. Вот, и, собственно, сейчас мы продолжим вокальными композициями. И я хочу пригласить на сцену девушку, которую зовут Арина. И сейчас она исполнит для вас композицию, которая называется... Называется она... Нет, не летящий поход. Baby Shut Me Down называется, друзья. Нет, друзья, тогда... Здесь произошла техническая неполадочка. И следующая композиция, которую мы исполним, называется она... Называется она Please Don't Stop the Music, друзья мои. Может быть, кто-то знает такую песню. Вот, и девушку я хочу пригласить на сцену, которую зовут Екатерина. И вот она к нам выходит. И сейчас мы изображим эту композицию прекрасную. Thank you.
Спасибо, друзья. Екатерина для вас специально. Это замечательная композиция. Итак, для осуществления следующего замечательного произведения я хочу вызвать на сцену девушку, зовут ее Александр. Девушка Александр, вот вы, пожалуйста. Да. Песня известная, популярная. А, Александра, за следующим разом, да. Композиция, которая должна была исполниться, Baby Shot Me Down. Друзья, папа. Thank you.
Композицию, которую сейчас мы изобразим, называется она Human, наверное, все знаете, она достаточно популярная. Вот. И, собственно говоря, девушку Александру зовут, ее приглашаю на сцену для исполнения всей прекрасной композиции. Здравствуйте. 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 И вам, Валера, тоже здравствуйте. Вот. И мы начнем. Да?
I'm not afraid to die.
Итак, друзья, спасибо. Александр, для вас композиция «Human». Друзья, мы продолжим, наверное, инструментальные композиции. Для этого я хотел бы вот, вызвать наших духовиков на сцену. Прекрасно. Где вы, друзья, пожалуйста, покажитесь, объявитесь. Илья Чумаков, где у нас есть такой, да? Иван Агатов, вот на трубе у нас сегодня Иван. Илья Чумаченко, простите, пожалуйста. Вот, сыграем инструментальную композицию для вас, друзья. Хорошую, веселую, зажигательную. Будем веселиться и зажигать, соответственно. Еще раз всем добрый вечер. Здравствуйте все, кто вновь к нам прибыл. Вы попали на мероприятие, которое называется Club Most Jam. По пятницам здесь, в клубе Алексея Козлова, мы собираемся, играем хорошую музыку, поем разные песни. В общем, весело проводим время. Так что имейте в виду, каждую пятницу заходите к нам сюда. У нас вот такая вот атмосферка, и вот так все здесь прекрасно. Ну и мы начнем, друзья. Ура! Ура!
На сцену, где она? Пожалуйста, если ты здесь, и да рядом, то выходи. Вот, сыграем мы авторскую композицию. Называется она My Love is True, если я не ошибаюсь. Да? Совершенно верно, да. Вот, и Ирина Чувакова вот сейчас появляется на прекрасной нашей сцене. Вот, ребята, а тем временем настроение-то хорошее у всех у вас? Да? Нормально в пятницу проводим время? Ну, отлично. Итак, вот перед вами Ирина Чувакова. Спасибо большое. Добрый вечер. Мы сейчас ставим очень романтичную песню, авторскую, про любовь. Текст написала Оля Кляйна, сегодня тоже поет. Поехали. Наведем? Thank you.
Спасибо, друзья, огромное.
Ирина Чувакова для вас со своей замечательной акустической композицией. Итак, следующую нашу гостью, которую я хочу вызвать на сцену, ее зовут Ольга, о которой говорил Ирина. Вот. И споем мы композицию, которая называется «Про город Нью-Йорк». Вот. Поднимите руки, кто был в Нью-Йорке. Я! Сколько вы? Раз. Один? Один человек был. Хорошо. Отлично. Ну, в общем, композиция Нью-Йорк, и мы начнем. Yeah, now, 'cause yeah, I'm on the road, like I'm
Ольга несравненная для вас сегодня здесь. Аллилуйя всем. Всем аллилуйя. Итак, следующая композиция, друзья, которую мы сейчас изобразим для вас, называется она «Forget Regret», ни много ни мало. Вот, и Марсель Хакимов здесь этого у нас ходил, может быть, он хочет сыграть на бас-гитаре, допустим, как вариант. Вот, если он где-то есть здесь, то подтягивайся на сцену. А ты на чем хочешь? На бас-гитаре. Молодец, ты знаешь эту песню? Знаешь, ну тогда, а инструмент у тебя есть, на всякий случай? Все, тогда вперед. Алексей Любчик, друзья, пока мы представим музыкантов. Алексей Любчик, на бас-гитаре сегодня здесь для вас. Вот Алексей Козловский, вот этот человек, прекрасный на барабанах сегодня, да. Эльдар Титуев на гитаре. Может быть, вы хотите, Алексей, на гитаре сыграть? А, не знаю, почему. В общем, все-таки песню, да, мы споем. Действительно. Елизавета, пойдемте. Ну, в общем, друзья, мы начнем. Как настроение у вас? Надеюсь, все хорошо. Дамы и господа. Как вы? Нормально? В здании все? В здании? Все, отлично. Пока. Всем привет. Ура! Thank you.
для вас. Специально задали замечательные композиции. Итак, дамы и господа, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я бы хотел пригласить на сцену человека, который сегодня нам будет создавать, уже и создавал, и будет продолжать. Диджей Франц сегодня у нас здесь в гостях, друзья. Давайте ему отдельное гранд мерси. Все, кто хотел весело и бодро потанцевать, кто сейчас весело, бодро и потанцует, друзья, мы вернемся к вам через буквально небольшую паузу. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Следующую композицию, которую мы сыграем сейчас, она называется «Your Baby Tonight». Вы знаете, может быть, такая Уитни Хьюстон есть певица. Вот, но сегодня не она. Она у нас здесь. Вот. Собственно, споем сейчас эту прекрасную песню. И Александра исполнит для вас эту композицию. Давайте ее поприветствуем. Как сегодня? Есть еще, друзья мои? Маленько, музычки послушать еще. Да? Сыграем? Да. Добрый вечер. Oh,
она называется «Трабл», и исполнит ее Эрик. И Марсель Хатимов, если есть, вы поверите, пожалуйста, на вас гитара, будьте любезны. Всем привет! Всем привет! Все, кто здесь сейчас остались, это очень круто, вы молодцы. Вы стойкие ребята. Я тут, видимо, единственный, да, парень, который будет петь. Наверное. Наверное, да, да? Что, чуть-чуть покачаем, наверное, да? To understand my heart, babe, and my soul.
спасибо. Это был Эрик, друзья, Гаус. Два канала соло круга. Итак, следующая композиция, которую мы сейчас будем изображать, называется она «Римшот». Друзья, и я бы хотел позвать на сцену девушку, которую зовут Элина. Вот, мы попробуем. Всем привет, вы живые еще? Я очень люблю эту песню, мне кажется, я ее очень много раз пела на джемах. Upon the ocean,
Хочу пригласить на сцену девушку, ее зовут Яна. Яна Блинда. Ну, в общем, пока Яна выходит, мы ее ожидаем очень, если где-то она там кто-то ее видит, слышит, и в общем скажите, что, чтобы она подходила сюда. Итак, дамы и господа, ну так пока коротенькая информация. Собираемся мы здесь каждую пятницу. Кто здесь сегодня первый раз, поднимите, пожалуйста, руки. Так, ради интереса. Ну, нормально, понравилось. Ну, в общем, заходите каждую пятницу, мы здесь собираемся, веселимся, в общем, отыграем, что-то поем. Вот, и, собственно, хочу пригласить на сцену Яну Блинда. Improvisiram.
приятно. Вокалистка и вокалист. Спасибо. Ну что? Саня? Саня? Кто такой Саня? Где? Если есть еще вокалисты, ты, да, например, то давайте зашерим микрофон и будем по куплету петь. Кого? О, привет. Так я же тебя знаю. О, все, поехали. Не пускай. Все, кого не пускают, идите ко мне, я всех пускаю. Да, тебя пускают тоже, всех пускают. Все. Все сюда, все сюда. Все, кто поет, играет, кто ждет с 12 ко мне. Кто еще хочет попеть? Кто? Все, что угодно, мы импровизируем. Ты ж поешь? Ты будешь петь? Супер. Супер, отлично. На любых языках, на любой жанре. Сейчас, давайте сначала послушаем. Загрубите, загрубите. Thank you.
play some hip-hop stuff. Yellow model chick, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow tie missing. Yep, yep, you stop it like a toupee. I'll be what you get 10 years in 2 days. Ladies love me, I'm a Gucci. If you think but I keep bumping, you say Gucci Rachel. Светлой ноте хотелось бы завершить наше сегодняшнее путешествие. Вот, спасибо вам, дорогие гости, всем огромное, что вы сегодня пришли, здесь повеселились, послушали хорошую музыку, пообщались. В общем, доставили себе настроение и нам, соответственно, тоже. Спасибо вам огромное. Приходите каждую пятницу сюда, в клуб Алексея Козлова. Сбор гостей 23:30, начало примерно в половину первого. Мы вас ждем каждую пятницу. Спасибо. По всей интересной информации можно найти группу в глобальной сети ВКонтакте, называется просто Glahmos Jam, там вся информация, что, что вообще туда, зачем, почему. Вот, хочется сказать отдельное спасибо всем музыкантам, которые сегодня участвовали в нашем мероприятии. Вот, Алексей Козловский, один остался специально, знает. Ладно, Алексей Козловский, барабанный, Альберт Титулик на гитаре сегодня, буду сказать, выстрелил. Вот, и Марсель Хакимов на басу сегодня тоже играл на вас. В общем, друзья, всем огромное спасибо, кто сегодня был, участвовал. Паша. Саша. 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 Саша Абрамов. На саксофоне сегодня для вас играл. Итак, друзья, спасибо всем. Спасибо всему звуковому цеху, световому за прекрасный звук. И наши, вот, собственно, без этих ребят ничего мы бы сегодня не прозвучали здесь. Вам спасибо огромное, друзья. Спасибо всему клубу Алексея Козлова, всем работникам. Господа официанты, бармены, администраторы, всем огромное благодарность. Меня зовут Слава Быстров, до новых увлекательных встреч. Друзья, увидимся в следующую пятницу. А для вас наш сегодняшний замечательный диджей Франц. Друзья, немножко поиграет.